Є! Кавказ на битті одному! Не треба ходити в школу! Не треба слухати родителей! Є! Ахи! Вот это я чихнул! А это что такое? Привет, сынок! А вы тут как появились! А у нас для тебя сюрприз! Какой еще сюрприз? Ты отправляешься в школу! Игры в кальмара! Е-е-е! Какая школа? Я не... А это еще зачем? Так, тащи! Нет! Тебе понравится! Фух, наконец-то избавились! Надеюсь, в этой школе научат нашего сына манерам. Конечно, научат. Не зря же мы этот маскарад с костюмами устроили. Мой быстрее пролетит! Мой дальше! Нет, мой! Ауч! Может, хватит? Эмма, хватит зубрить, давай с нами! Да, Эмма, давай с нами! Я пытаюсь учиться! Вау! А ты кто такой? Всем здорово, я Крис, и родаки меня отправили в эту школу. Привет, я Мэри. А я Хлоя. Вау, ты такой мускулистый. Да, да, отвяньте. Ничего себе, очередной мачо. Что ты сказал? Ты жалкий, самоутверждаешься за счет оскорбления других девчонок? А, или тебя родители не любили в детстве? Ого. А, ты дерзкая. А теперь отстань, мне нужно учить уроки. Что это было? Не знаю, но глянь, как он на нее смотрит. Псс, Эмма. Чего тебе? Посмотри, как на тебя смотрит этот, ну, новенький, только беспалевно. Угу. Хочешь продолжить разговор, Эмма? Так же тебя зовут? Я с такими, как ты, не общаюсь. Да? Ну тогда, если скажешь мне хоть слово, будешь должна мне свидание. Свидание? Поверь, с самовлюбленными качками я не разговариваю. Игра началась. Эмма, это что сейчас было? Ты же не думаешь с ним встречаться? Нет, вы же сами все слышали. Только попробуй. Нам он понравился впервые. Так что Крис наш. Да, Крис наш. Обед. Всем пройти в столовую. Ура! Жрать! Побежали! Привет! Привет, детишки. Блин, опять она. А кто это? Чтобы попасть в столовку, нам нужно пройти через нее. Зеленый свет. И так каждый раз! Почти! Один раз у нее зарядка села, все хоть поесть смогли! Красный свет. Не двигайся! Без еды останешься! Зеленый свет. Сейчас будет весело. Красный свет. О! Ты что творишь? Может, не надо? Надо, надо. Донни возвращается в класс. Да блин! Новенький ты даешь! Лузер! Все остальные могут пройти в столовую. Еда! Ну, спасибо! Офигенно! Вы как будто неделю не ели. Почти 5 дней. Реальный кайф! Ребят, а вы не забыли про посвящение? Точняк! У нас же новенький! И что вы собираетесь делать? Садись! Не бойся, через это все проходят! Ложись! Голову сюда! Кетчуп! Салат! Сыр! Котлетка! И верхняя булочка! Получился лучший сэндвич.
Ну вот ты и попалась. В смысле? Одно слово, и мы идем на свидание. Нет, это не считается. Считается, или ты обманщица? Да, да я самый честный человек в этой школе. Значит, ты должна выполнять свои обещания, или все узнают, что ты врешь. Ладно. Вот это я наелась. Я тоже. А вы не расслабляйтесь, идемте на занятия. А, кстати, какие здесь уроки? О, сейчас увидишь. Пойдемте. Пойдемте, быстрее, быстрее, быстрее. Я не понимаю, если честно. Быстрее, быстрее. В этой школе вас ждать никто не будет. Давайте по очереди подходите ко мне. Мэри, иди первая. А что это сразу я? Да! Мэри, отлично. Становись лицом к доске. Мне уже страшно. Я буду рисовать различные фигуры у тебя на спине. Твоя задача повторить то же самое на доске. Начали. Делал раз полоска, два полоска, вот так. Неправильно. Ей хана. Опять мука. Следующий. Эмма. Легко. Молодец! Крис! Сейчас какую-то фигню мне нарисует. Становись! Смотрите! Птица! А, что? Где? Готово! А? А? Правильно! Молодец! Нечестно, ты мухлевал! Донни! Так. Сейчас я его пранкану. Смотрите, там за окном динозавр! Что? А? Динозавр? Где? Какой динозавр? Это будет весело! Что за дурацкие шуточки, Крис? Еще одна такая выходка, и отправишься мыть туалет. Только не туалет, и пожалуйста! Все, готово, проверяйте. Неправильно! Офигеть! Это нечестно! Правила для всех одинаковые. Это ты подстроил? Нет. Ты что? Нет. Урок окончен. Эй, а как же Хлоя? А что ты меня подставляешь? В другой раз. Все равно у меня маркер перестал писать. О, ты пришла? Ага, у тебя час, не больше. Окей, это тебе. Букет, свидание в школьной столовке. И сколько девчонок на это повелось? Знай, я не одна из них. Я знаю, ты особенная. О, начинается. Что ты будешь? Может, картошку фри? Фри? Я такую гадость не ем. Может, тогда салат? Официант! Ладно, надеюсь, меня не увезут с отравлением. Бе, на вкусах старый ботинок. Может, нужно запить? Официант! Прошу, ваши коктейли. Фе, он тоже невкусный. Возьми мой, у меня вкусный. Окей. Да, этот уже получше. Ладно, давай сюда свою картошку фри. Держи. Ой, ты тут запачкалась немного. Где? Поймал. Ого, спасибо.
Я с таким пятном ходить буду. А у меня есть идея. Ну вот, теперь тебе не нужно ходить в грязной кофте. А тебе очень идет. И спасибо тебе, ты очень милый. Все изначально считают меня тупым качком, который думает только о себе. Нет, ты не такой. Ты правда очень классный. Может, тогда сходим на второе свидание? Возможно. И раз, два. Ой, девчонки, вы уже тоже тут? Ага. А ты где пропадала? Я? Только не говори, что ты встречалась с Крисом. Нет, вы что? Он же эгоист и хулиган. И вообще, это не мой уровень. Правильно. Тебе нужны умные ботаны, а Криса оставь нам. Да. Ну, ладно, я заниматься. Эмма, бокс – это точно не твое. Ага, лучше шарфики держи. Всем привет. Привет, Крис. О, привет, Крис. Эмма, отрабатываешь удар? Давай помогу. Может, не надо? Вот, смотри, правую вот так. Чё? Да, да. Молодец. Спасибо, но не стоило. Ну, ладно, я пошел к пацанам, а вы занимаетесь. И спасибо за вчерашнее свидание. Офигеть! Это что сейчас было? Вы что, были на свидании? Ну, девочки, так получилось, я проспорила и... Ты же говорила, что с таким, как он, никогда не будешь! Еще и обманула нас, предательница! Ну, девочки... Все, ты нам больше не подруга! Мы с предательницами не общаемся! Девочки, ну зачем вы так? Что ж я натворила? Вы готовы к уроку? Да! Итак, вы должны будете прокатить конфету по столу и словить ее с обратной стороны. Кто справится с испытанием хуже всех, будет наказан. А пусть Крис первый. Ага, он же самый сильный. Вообще не проблема. Наказан. За что? Словить в конце стола, а не на столе. Хлоя, ты следующая. Сейчас я вам всем здесь покажу мастер-класс. Смотрите и учитесь. Так, давай. Давай. Вы все видели? Неудачники. Видели, как надо? Красотка, подруга. Мэри. Удачи. Удачи неудачникам. А я в себе уверена. Уверена она. Теперь Эмма. Погнали. Блин, у нее же сейчас получится. Мы не можем этого допустить. Мышь! Где? Мышь, где? Повелись. Простите. За нападение на охранника двойное наказание. Ты как, нормально? Пойдет. Урок окончен. Мне нужно полежать. Надо помириться с девочками. На, вот так. Теперь она получит. А что там происходит? Сильнее тяни. Я пытаюсь. Вы что делаете? Обновляем твой гардероб. Ну это же моя любимая футболка. А теперь две. Ну зачем вы это сделали? Кстати, это твое. Моя косметика. И твоя сумочка. Моя сумочка. Вы испортили все мои вещи. Они как будут нас обманывать и тайком встречаться с Крисом. Но мы же с вами дружим с детства и даже живем.
Но где я буду спать? В коридоре. Ну, или же в подвале со своими сородичами-крысами. Нет, нет. Приветствую, ученики. А это кто? Это наш директор. Сейчас я поделю вас на пары. Задача – лопнуть все шарики быстрее, чем ваш соперник. Мистер директор, а где Донни? Где Донни? У него важное задание. Итак, первая пара – Крис и Хлоя. Сейчас я сделаю твоего краша. Хлоя! 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 На старт, внимание, марш! Хлоя! Хлоя! Крис! 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 Замолчи со своим Крисом, он все равно тебя бросит! Отстань! Крис! Хлоя! Крис! 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 Я помог! Ура! Yeah! Я же говорила, что выиграю тебя, да? А за что еще лимон? Чтоб жизнь сладкой не казалась. Следующая пара — Мэри и Эмма. Ну все, заучка. Тебе хана! У тебя все получится. Ну что, готовы? Даже не надейся победить. Это мы еще посмотрим. И начали! Наказание для Эммы. Ты должна обрызгать ее из пистолета. Покажи ей, Мэри! Это лучшее развлечение! Мэри, может, хватит, прекрати! Нет, не хватит! Мэри! Достаточно, Мэри! Это уже слишком! Ой-ой-ой, нашел кого защищать! А ну-ка, подержи. А ты куда? По делам. Странно. О, ребята, пустите в туалет. Не-а. Ну, пожалуйста, мне очень надо. Вход платный. Как платный? Это же школа. Пустите. Ладно. Держите. Добавляй. Вот, это все, что у меня есть. Добавляй. Часы? Но они же золотые. Но. Не-а, добавляй. Да что вам еще нужно? Выворачивай рюкзак. Это точно последнее. Это же мистер Тедди! Дорогой мистер Тедди, с тобой не точно ничего не будет страшно. Спокойной ночи, Тедди. Я люблю тебя. Он вернулся ко мне. Я думал, больше никогда его не увижу. Мой медвежонок. Вот болван. Ну, вы тут развлекайтесь, а я в туалет. Мистер Тедди. Так, нужно ее быстрее спрятать, пока Крис не пришел. О, Донни, а где ты был? А я был... Да не важно. Странно. Так, а что тебе за поручение дал директор? Да там фигня какая-то. Ну ладно. Фух, чуть не спалился. Мэри и Хлоя совсем обезумели. А что с ними? Прикинь, издеваются над Эммой. Выгнали из комнаты. Да уж. А из-за чего? Да если б я знал. Делись печеньем. Ага, сейчас. А нет, больше. Ты как это сделал? Магия. Ты просто жлоб. А это что такое? А у нас что, воду отключили? И нам теперь придется мыться из бутылки?
Ваша задача с закрытыми глазами увернуться от бутылки. Чего? Что за дурацкий урок? Кто хочет пойти первым? Крис! Отлично! Ну, я вам это припомню! Поехали! Крис, слева! Теперь справа! Снова слева! Молодец! Следующий! А давайте я! Начали! Вжух! Вжух! Эмма, сейчас я отомщу за то, что они над тобой издевались. Крис, не надо! Вжух! Все? Ага, все! Ты что делаешь? Ну это же смешно! Ни капельки! Вот видишь, Эмма, на кого ты променял своих лучших подруг! Да, он же жестокий! Неправда! Чтобы к нам с Мэри ближе, чем на километр, не подходило! Идем, Мэри! Они правы, Крис. Нам нужно расстаться. Что? Не тупи, Эмма. Это ничего не изменит. Прости, но подруги важнее. Девчонки, можно к вам? Нет! Ты чё припёрлась? Тебе не ясно? Ты нам больше не подруга. Но, девочки, я рассталась с Крисом, и теперь мы снова можем дружить. Рассталась? Да, может, наш любимый сериал посмотрим? Я попкорн принесла. Нет, ты... Да, конечно. Мы снова все вместе. Правда? Да. Давай обнимемся. Да. Я так рада! А мы нет! Лузерша! Ты реально подумала, что после такого мы примем тебя обратно? Шуруй отсюда! И попкорн свой забери! Какие же вы гадкие! Да как так? Хватит париться уже! Сядь, успокойся! Да как она могла меня бросить? Ради этих... Дружище, прекрати! Может, она еще передумает? Да я правда люблю ее! Она так легко меня кинула! Воу, ты сейчас всю комнату разгромишь! Я не виноват, что ее подруги чокнутые! Я хочу ее отомстить, чтобы она почувствовала то же, что и я! Привет, мальчики! А там у нас в комнате кое-что передвинуть надо. А мы тут при чем? Ну как это? Вы же сильные, а мы, девочки, слабые. Это идея. Я помогу. Крис? Я думала, ты меня ненавидишь. Я передумал. Не хочешь стать моей новой девушкой? Я? Конечно, хочу. Крис, ты с ума сошел? Отвали. Идем, покажешь, что надо передвинуть. Вот Эмма офигеет. Ты что, одежду со вчерашнего дня не меняла? Нет, вы же всю ее мне испортили. Она об этом. Да как же вы меня уже достали? Бесишь! Всем доброе утро. Обалдеть! Это так ты меня любишь? Полегче, малышка. Ты сама меня кинула. Хлоя, это что за приколы? А что такого? Мы с Крисом теперь пара, так что завидуй молча. Вот же зараза. Вот видишь, не одна я такая плохая. Ну я устрою этой Хлое. А может тогда вместе ей устроим? Ну что, снова друзья? Ладно, но пока ты на испытательном сроке. Свеча? И что это за задание? Сейчас Красный придет и все расскажет. Ага, так что не тупи. Ты че моего парня обзываешь?
О, девчачьи разборки. Не лезь туда, куда тебя не просят. Это ты! Не лезь, отвалить! Хватит! Тишина! Это школа, а не бои без правил. Уяснили? Да, мистер Красный. Итак, вам нужно затушить свечу этой подушкой. Вот так. Вау! Эмма, давай. Давай, давай. У тебя все получится. Так, нужно понять, как лучше. Встань, может, сюда. И... Вот это удар. Мэри, ты цела? Ауч, голова болит. Ты что, совсем криворукая? Да я не специально. Ужас, я еще с тобой помириться хотела. Ну все, теперь о спокойной жизни в этой школе можешь забыть. Зачем ты так? Это моя вина. Милый, да не заступайся ты за эту курицу. Эмма, подожди! Что? Я почти помирилась с Мэри и опять все испортила. И теперь совсем одна. Надо спрятаться, чтобы меня не нашли и снова не издевались. Какой чудесный день! Сейчас я помоюсь и буду пахнуть. А, фиалками. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот это поворот! Сейчас мы будем с тобой купаться, мой маленький утенок. Такого я точно не ожидала. Даже Красный счастливый, в хорошем настроении, а я никому не нужна. Эмма, ты чего? Не плачь. Ты отвали! Это из-за тебя я ударила. Ну прости, я не знал, что так получится. Это все из-за тебя. Если бы ты не пришел в нашу школу, я бы и дальше спокойно жила. Но зато ты узнала истинное лицо своих подружек. И узнала то, что они уйдут к любому другому парню. Именно поэтому ты начал встречаться с одной из них. Ах, ты обманщик, ты! Прекрати! Я начал встречаться с ней только назло тебе. На самом деле, я люблю тебя. Отпусти, ты... Стоп. Ты... Меня любишь? Так все, что ты сказал, правда? Ну, разумеется. Так ты прощаешь меня? Да. Так мы снова вместе? Конечно. Если только ты этого хочешь. Да, хочу. Наш следующий урок. Я не понял, а где остальные? Разбежались. Жаль, что ты осталась. Ты это мне сказала? Тогда начнем без них. Так что нам надо делать? Вы должны нарисовать квадрат. Облизывайте чупа-чупс, рисуйте линию. Облизывайте, рисуйте. И так, пока не получится квадрат. Время пошло. Так, угу. Сейчас тебе весь язык будет в маркере. Но это мы еще посмотрим. Блин! Я же говорила, а я молодец. Хватит ржать с меня. Ты истеричка. Сама истеричка. Она первая начала. Она первая начала. Отвали. Быстро в гостиную. А я придумаю вам обеим наказание. Прости меня, я больше никогда не буду на тебя кричать. Да ладно, ты милая, когда злишься. Ты курица, а ты глупая курица. Я тебя вижу вообще. А я думал, я не увижу вас до конца дня. А ты вообще что ее обнимаешь? Ты же мой парень. Ты надоел мне. Девочки, девочки, девочки. Я парень Эммы, а с тобой это была просто шутка. А ты поверила, что он реально обратил на тебя внимание? Да на тебя вообще ни один парень не смотрит, вонючка! Фух, я ничего не пропустил? А ты где был? Да я там... Неважно. Что-то ты слишком часто пропадаешь. И никогда не говоришь, где ты был. А я, кажется, знаю, что он скрывает.
Маска директора! Так это ты школой руководишь? Нет, я не знаю, как это у меня оказалось. Слабо верится. Быстро признавайся. Иначе... Ладно, ладно, ладно. Мой папа здесь директор. Но он сейчас в отпуске и поручил мне следить за всем. Твой папа директор? Офигеть! Вот это круто, друг! Значит, можно расслабиться. Наказания не будет. Ю-ху! Не так быстро. Я все-таки сейчас официально управляю школой. Так что вы получите сполна. И за то, что насмехались над Эммой, особенно. Ты же не серьезно? Это же шутка такая. Еще как серьезно. Ну и наказание. Мы теперь уборщицы на целый месяц. Это ты виновата. Тащись быстрее. О! Капец! Фу! Вот неуклюже! Давай быстрее, тебе еще туалеты мыть! А че это мне? А нечего было меня на Криса менять! Бе-бе-бе, завидую, что он не тебя выбрал! Так все, меня хватит, разбирайся сама! Ну, Мэри!